Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Виктория Бандулист, подписывайтесь, если вы еще это не сделали, а в этом видео я вам покажу, как применить градиент в дизайне. Нам понадобятся три кисти из натурального волоса, плоская для градиента и две тонкие для прорисовки. Наносим цвет, полимеризуем в лампе, берем капли гель-лака тех цветов, которые нам понадобятся для дизайна. Я выбрала голубой и розовый для фона. Затем плоской кистью я набираю цвет и переношу на ноготь. Затем полимеризую в лампе и делаю второй слой. Разворачиваем ноготь и делаем то же самое. Сушим в лампе. Берем кисть с длинным ворсом и черным гель-лаком. Рисуем тонкие линии. Дальше для прорисовки нам понадобится тонкая кисть с коротким ворсом. Делаем прорисовку линиями от толстой к тонкой. Посередине добавляем тонкие линии для придания динамики нашему дизайну. Добавляем градиент в наш дизайн. Я выбрала неоновые оттенки – розовый, оранжевый и салатовый. Делаем прорисовку и растушевываем цвет, добавив немного топа. Располагаем все в шахматном порядке. Полимеризуем в лампе, затем наносим закрепитель. И попробуем такой же дизайн выполнить в черном цвете. Полимеризуем в лампе и наносим второй слой. Прорисовка черным гель-лаком. Сейчас мы это все не сушим, работаем по мокрому, для того, чтобы растянуть наш черный цвет из толстого в тонкий. Наносим топ. И наши дизайны готовы. Если видео было полезно, ставьте лайк и до новых встреч!